Всем привет! С вами Лариса. Сегодня очередной сбор томатов. Вот инжир розовый. Вчера вот собирала банан красный. Опять доспевает русский оранжевый. Очень урожайный сорт. Красивый, яркий. Черный ананас. Дальше вот такие вот кубовидные страйпер. Страйфит. Дальше пошли. Так, а дальше. Так, еще инжир розовый. Наспевает. Посмотрите, какая красота. Так, это крымская ночь. Рядышком тут. Когда выращиваешь томаты, сначала не знаешь, как они выглядят, потом проходит время, и уже знакомишься с ними, и они становятся все узнаваемые. Так, а теперь вот такая красота. Это лотаринская красавица. Ее я еще не показывала. Она бывает красная и желтая. Тоже очень хороший урожайный сорт. Нравится мне. Смотрите, какая красивая. Так, вот желтая поспевать начинает. Но еще только-только начинает. С другой стороны, вот там есть. Лотаринская красавица желтая. Упала. Вот такая вот лотаринская красавица. Красная и желтая. Очень красивый помидор. Резной. В разрезе как цветок. Еще отдельно о нем буду говорить. Так, вот там вот еще красненький один плод. Вот такая вот лотаринская красавица. Так, с другой стороны зайду. В моих дебрях буду после 15 августа все обрезать. Все листья. А сейчас пока вот такие вот заросли. Так, вот это лотаринская красавица. Доспевает. Как цветочек, как ромашка. Красивый очень цветок. На разрезе. Так, дальше. Задница обезьяны я уже показывала. Еще наспела много плодов. Подпевает, радует. Так, дальше. Еще. Когда сажаешь росточек маленький, кажется, что из этого семечка ничего не вырастет. А потом радуешься каждому сорванному плоду. Так, еще я вот сюда вот схожу. На секундочку вам покажу. Сорт томата Аурия. Вот такой вот он необычный помидор. Его в кисти очень много. Он только-только начинает спеть. На следующей неделе, может быть, сделаю обзор вот такой вот этого томата. Посмотрите, их много в кисти. И дальше, дальше, дальше. Веточки хиленькие, но при этом очень много завязей. Вот такой вот помидорчик. Обрежу все листья и обязательно сделаю еще обзоры. Так вот, приютилась инжир розовый. Вот. Вот такой вот урожай в этом году меня порадовал. Теплица все равно. Теплица всегда
при любых условиях будет урожай. Теплица скрыта от ветра, от холода. Помидоры себя чувствуют отлично. Желаю всем удачи. А, удачи. Вот здесь еще примостилось масляное сердце. Немножко маловато в этом году. В прошлом году было намного больше. Но, как я говорю, каждый год бывает по-разному. Пока.